Всем хай, с вами Бананчик. Если вы имеете что-то против того, что тут нет Юджина, то вот вам. Что? Нет! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы будем с вами играть в My Friend Pedro. Это мега-мега крутой экшен. У нас не так с вами было много крутых экшенов на канале. Я могу вспомнить только Hotline Miami, был выпуск один, и было целое прохождение Super Hot. Можете заценить эти видосы, кстати, вот сюда кликаем. А потом возвращаемся обратно на этот видос, чтобы, ну, его тоже посмотреть. А еще у нас есть видео, которое называется «Боевой банан». Вот оно тоже тут, заходите, смотрите. Но то был неполноценный боевой банан. Вот сейчас будет настоящий боевой смертоносный банан. Вы готовы забананить всех до смерти? Я тоже. Понеслась. Эй. Подъем. Пора вставать, Соня. Почему я вижу банан? О, он исчез. Кто я такой? Я посланник банановый. Эй! Так, спокойно. Это я, Педро, твой друг. Тебя не слабо вырубило. Ты в порядке? Сколько пальцев я показываю? Ты показываешь один банан. Неважно. Давай сваливать отсюда, где бы мы ни были. Хорошо. Это забавно. Вот, мы можем пойти сюда. У нас тут есть выбор, куда идти. Вот, смотри. Попробуй запрыгнуть по стене на следующий этаж. Хорошо, раз, и отпрыгиваем. О, это будет очень круто, отлично. Это будет супер круто. Супер hot. Супер awesome. А мы можем прыгать выше? Тут есть дабл джамп? Нету. Да, я могу прыгать не очень высоко, а могу прям высоченно. Зависит от того, как я жму на клавишу. Ты глянь-ка. Какой-то дурень забыл пистолет. А вдруг, если бы его подобрал случайно псих и перестрелял всех? Например, мы с вами. Давай, подними его. Почему я смотрю... А, вот, все, могу управлять. Попробуем сбежать через вентиляцию. Есть. Отлично стреляешь. Мерси. А теперь катись через вентиляционное отверстие, и мы свободны. А как? Вот! А, я изначально должен был туда пойти. Ну-ка, а теперь я могу как-то открыть эту дверь? Нет, это я перезарядился. У меня, кстати, бесконечные патроны. Блин, я прям предвкушаю. Смотрите, какой стиль, такое все яркое, сочное. Такое четенькое. Ой. Тихо, он не услышал. Вот тяна, это же Мич Мясник. Торговля мясом для него — это прикрытие операции по транспортировке нелегального оружия. А мясо в основном крысиное или голубиное, или человечье, если ему кто-то не приглянулся. В общем, понятно, как мы тут оказались. Мы ему не приглянулись. Воу, а ты кто такой? Эй, босс. Сегодня все тихо. Не надо. Не надо отвлекать меня во время работы, болван. Груз готов? Почти. Раздолбаю, чертовы! Я и покажу, что бывает с теми, кто решил похалтурить. Принеси мне много пользы и займись тем незадачливым мешком с мясом, который валяется в подвале. Эх. Он идет сюда. Надо с ним разобраться. На раз, два, три. Готово! Так, одного выстрела недостаточно. А, ну иди сюда, ты говно собачье. Так, у нас теперь два пистолета. Ладно, придется тебе их всех убить. Круть. Куда идти? Сюда не могу. Я могу идти только прямо. Блин, это прикольно. Кто-то еще стоит в таком же костюме. Это их униформа рабочая? Вот так. По ногам! По ногам! Готов. Они не слышат ничего. А, мы должны были вот так сделать. Вы видали, какие здесь связки можно устраивать? Я как Соник! Он уже ждет. Он знает, что я приду. Надо аккуратненько. Хоп. Ой, как мне нравится. Ящики! Ящики можно разломать! Ах, кацанули, кацанули. Но у меня восстановилось, ничего страшного. Блин. I like it very much. Пошли. Тихонечко.
Я могу катиться вверх по ступенькам. Здравствуйте, сэр. Доставка смерти. Эпичная доставка смерти. Попрошу заметить. Смотрите, он корчится от боли еще. Твой друг еще жив. Спаси ему. Помоги ему. Спаси его. В паховую область. Gonna dead. Уже умер. А, давайте запрыгнем наверх. О, воу. Какой выстрел был хороший. Мы можем в прыжке стрелять. И можем, если отпрыгнули от стены, вот так вот. Прикол. Ты воды достаточно пьешь? Как-то не очень уверенно держишься. Пошли, отведу тебя в свое тайное местечко и приведу в порядок. Вот здесь я нахожусь, когда ты меня не видишь. Банановый отель. Теперь давай-ка кое-что покажу. Не шевелись. О, он прям в рот мне залез. Целиком и полностью. Он зарядил меня силой новой. Видишь, когда ты фокусируешься, время будто замедляется. И когда ты фокусируешься, ты можешь сделать сальто в воздухе. Ну-ка попробуй. Я хочу, чтобы ты сделал переворот на 360. Так. Переключить фокус. Ага. Получилось или нет? Мы можем управлять сальтом, смотрите. А, все, я понял, как делать. Смотрите, хоп. Если я четко жму вперед, я делаю сальто на 360. Включаем. Красота! Вернись к маркеру и займемся вещами покруче. Нифига у тебя тут комната. Теперь сделай полный переворот в замедленном движении, расстреливая при этом бесценную вазу, которую мне подарила бабуля. Окей. Замедляемся. You gonna be destroyed. Do. Вот так вот мы скрутились. Вы что со мной? Волшебно. Последний фокус. Благодаря парному оружию ты можешь выбрать отдельные цели. Расстреляй две вазы, разделив цели. Воу, как-то... Прицеливайся в вазу, зажми и выбери вторую цель. Прицелись, ага. Хорош, хорош, мне нравится. Огонь! Ах ты злобный надиратель задниц. Так, на чем мы остановились? Ах да, мы здесь. А, мы уже прошли вот сюда. Ну что ж, давайте попробуем применить навыки, которым нас обучил банан. Разделить! Вот так вот красиво я это делаю. Разделяй и убивай. Я такой политики придерживаюсь. Ты что? Что-то мне сказал? Ты, мама, что-то мне сказал? Я банановый патруль. Об этом говорит мой логотип. Логотип в виде банана. Я сам выбирал и сам дизайн создавал. Разрабатывал долго. Пока ел банан. Оп! Вот так вот! Нифига его кровь пустил! Давайте, хоп-хоп! Немножко трудно пока привыкнуть к управлению. Значит, зафиксировали цель. Прекрасно. Вы слышите, ребят, как ваши друзья умирают? Смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас спрыгнем, замедляем время. Зафиксировали цель и расстреляли. Перезарядить. Простите, ребят, сейчас перезарядились. Вот, теперь можно сражаться дальше. Ау! Было больно! Что это? Это аптечка? Полный запас здоровья. А, it's okay. Тихо. Воу! Воу! Попал по мне, как больно. Как больно мне. Клянусь бананом. Никогда такой боли не испытывал еще. Итак. Мы продолжаем дальше. Ты точно знаешь, что делаешь. Покуха. Эти турели устанавливаются практически самостоятельно. Берешь вот эту штуку, ставишь сюда, а потом... Да, это что-то пошло не так, видимо, у них. Похоже, тебе предстоит увернуться от этих пуль. Зажми ЛБ и увернись. Вот так я уворачиваться буду. Хорошо. Какая грация. Не забывай, с помощью этого маневра ты можешь вернуться от любых выстрелов. Я прям как душ принимаю из пуль.
Я прям как Чак Норрис, который вышел сухим из воды. Ну ладно, пошли дальше. Воу! Простите, ребят, я должен вас убить. Я увернусь, хорошо? Вот так вот я буду уворачиваться. Вот прямо так вот, вот я вот уворачиваюсь. А вы так не умеете. Прикольно, что замедление, оно бесконечное. Ладно, надо пробовать крутые связки. Мне главное немножечко наловчиться. Пойдемте дальше. Следующий левель. Интересно, это долгая игра вообще? Мистери Мит. Мистическое мясо. Я бы не хотел покупать мясо в такой лавке. Да, так и есть. Мы в старом городе. Тут всем заправляет Митч. Окей. Это типа дома престарелых для мафиози в отставке, которым мне платят пенсию. Спасибо, Банан, за прекрасный комментарий. Я больше понимаю об этом мире. Тук-тук. Красиво зашел. Грация, грация. Вот так я увернулся. Вот так вот и увернулся. И вот так стреляю. Не попадаю. Ну и ты по мне не попадаешь. Здорово, он сказал напоследок. Это были последние слова. Здесь кто-то есть? Как ты думаешь, блин, выстрелы повсюду. Конечно же, здесь кто-то есть. Я есть. И ты, но мертвый. Хорошо. Так, пока все максимально просто. Просто только я не могу перепрыгнуть эту чертову пропасть. Зря ты сюда пришел, мужик. Эх, вот так прошли. Стоп! Внезапный дождь из пуль. Я просто не знал, что он выйдет, иначе я бы его как-нибудь покруче убил. Так, заходим. Грациозно убиваем. Не очень грациозно получилось, но зато убийство состоялось. Это самое главное. Все, давайте замедлимся, что ли. Покрутились, повертелись. Вот так красиво, все. Ну-ка, аккуратненько. Как я так... Как я так делал? Ой, стоп, тихо. Ой! Увернулся. Подпрыгнул. Не получается его убить. Ну ладно, подойдем туда поближе. Думаю, я не смогу подойти, да? Я банан, я ничего не боюсь. Только того, что меня съедят. Так. Я немножко путаюсь в клавишах пока что. Еще так я подпрыгнул. Сделал сальто. Немножко попал. Идем, идем. Неплохо. Х4. Мне всякие очки дают за крутые убийства. Х5. Воу! Тихо, присели. Перезарядка. Ау! Ау! Уворачиваемся от пуль. Уворачиваемся от пуль. Красотища, сказала игра. Спасибо. Фух. Ладно, давайте. Аккуратненько пришли. Оп, замедлили. А! А! Невероятно! Мне сказали невероятно! Ты тоже так считаешь? Спасибо, что оценил мою игру. Умри! Умри ты! Блин, как это прикольно. Как это прикольно, ребят. Уворачиваемся от пуль. Убиваем людей. Самым красивым способом. Интересно, это все, что игра может предложить, или будет что-то еще? Это что такое, деньги? Нет. Красавчик, спасибо. А, у меня есть время, если я буду... Уровень пройден, есть! Безукоризненно пройден. Что ж, это была проба пера, если вы не поняли. Рубрика «Проба пера». Она у нас существует с самого начала канала, но я никогда ее не озвучивал толком. Короче, я думаю, сейчас самое время озвучить ее. «Проба пера» — это такая рубрика, где я тестирую новые игры, которые, возможно, станут прохождением. Исходя из того, как будет ее смотреть, какая у вас будет реакция, в общем. И моя личная реакция, мое личное предпочтение тоже учитывается. Поэтому, если вы хотите влиять на то, какие прохождения будут появляться на нашем канале, заходите в плейлист «Проба пера». Вы можете найти этот плейлист в списке моих плейлистов. И там будут появляться игры новые, которые мы будем или не будем проходить. Эта игра попадает изначально вот в этот плейлист. Поэтому ставьте лайки, пишите комменты, что вы думаете по этой игре, стоит ли проходить ее или нет. Понравилось вам или нет, меня пока прям заперло. Посмотрим, что можно будет из этого дальше выжить. С вами был Юджин. Огромное всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, вступайте в группу в ВК, вступайте в группу... у нас есть группа, кстати, в Стиме. Она довольно-таки дохлая в последнее время, потому что я не знаю, что с ней сделать, но вступайте в нее обязательно, потому что у меня есть пару мыслей, как ее развивать, и это чуть-чуть попозже. Это, скорее всего, будет связано с игрой, которую я хочу сделать однажды, реализовать.
В общем, это такой маленький анонс. Не знаю, не анонс, говно, короче. Вступайте туда тоже, подписывайтесь на канал. И огромное всем, ребята, еще раз спасибо за то, что были со мной. С вами был Юджин, и всем муа. 5.